девизом «Россия! Путин! Победа!» Ура! Победа! Мы стоим сюда для того, чтобы отпраздновать нашу победу! Победу Владимира Путина! Победу России! Ура! Мы собираемся сюда для того, чтобы сказать слова благодарности миллионам избирателей, граждан нашей великой страны, которые проголосовали за Владимира Путина. Ура! За наше будущее, за стабильное развитие, за сильную Россию. Спасибо им всем! Спасибо! Ура! Победа! Этот митинг поручено вести мне, Андрею Исаеву, а вместе со мной его будут вести очаровательные девушки и лидеры молодежного движения Алена Аршинова. Ура! Черняк. Поздравляем! С победой Путина! Дорогие друзья, наши девушки сейчас спустятся сюда, непосредственно на площадь, для того, чтобы поговорить с участниками митинга. И каждый, кто хочет, может подойти. Мы постараемся максимальное количество людей дать сегодня высказаться, возможность высказаться всей площади, всей Москве, всей стране. Те чувства, которые переполняют нас, пусть они будут услышаны. Начинаем нашу подготовку к митингу. Прекрасно! Прекрасно выступил Исаев в поддержку победы Путина! Ура! Победа! Мы готовы спорить, судьба, держись, ведь о нас были герои и были пример. Мы на них тебе равняемся, и в них мы верим. Ты сильный путь, ты будь смелее. Наша Россия, наш президент, ваша наша сила, правая честь. Поздравляем вас, руками Владимир Путин, с триумфальной победой 4 марта 2012 года на выборах президента. Ура! Победа! Два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу, а Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю правительства и партии «Единая Россия». Ура! Победа! Наша Россия, наш президент, Россия вперед! Мы будем ценить совместно, идти дорогой. Наша Россия, наш президент, круче всех вас впереди. Наш сила, право и честь. Голосуй за Путина всегда. Голосуй за Путина сегодня. Голос свой за Путина отдай. У вас, уважаемый Владимир Путин, поддержка всенародная. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Путин, наш президент. Путин, президент любимый, всенародный, голосуй за Путина всегда, голосуй за Путина сегодня, голос твой за Путина отдай. У вас, уважаемые, за Путина, ура, ура! Победа! Победа, прекрасно, Исаев прекрасно поддержал победу Путина, Владимира Владимировича, Путин наш президент, любимый, всенародный. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, мы вас поздравляем с триумфальной победой 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича. Голосуй за Путина всегда. Голосуй за Путина сегодня. Голос свой за Путина отдай. У вас, уважаемый Владимир Владимирович Путин, поддержка всенародная. Наша Россия, наш президент, у вас наша сила, право и честь. Сегодня радость, праздник, победа! Мы сегодня отмечаем величайший праздник, победа Путина Владимира Владимировича на выборах 4 марта 2012 года. Россия, ты мессия! Ура! Победа! Ура! Путин наш президент! Поздравляем! Спасибо.
спортивный штаб армии подготовленный. За победу! За Путина! За Путина! За победу! За победу! Отцы и деды. Россия, вперед! Мы сейчас сказали про Россию и стабильность. Молодежь, Россия лучше в мире. Генерал Майер, он занимается... Я молодежь, и все россияне до Путина. До Путина Владимира Владимировича. Дай Бог вам всем там. Ура! Ура! Победа! Ура! Да здравствует победа Путина Владимира Владимировича! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за Путина всегда. Голосуй за Путина сегодня. Голос свой за Путина отдай. У вас должами владеть Путин, поддержка народа. Владимир Владимирович Путин, мы вас просим избираться на два президентских срока. На этот срок и на следующий президентский срок. А Медведев Дмитрий Анатольевич на пост председателя правительства. Ура! Победа! И чемпионский стиль, и смертные победы, и великий все зовут и хвалят победу Путина Владимира Владимировича на пост председателя правительства и партии «Единая Россия». Евгения Дмитрия Анатольевича, успехи у победы над чужими. Голосуй за Путина, ура, 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 ура. Новый президентский срок Путина Владимира Владимировича. Мне россияне заявляют, как я традиционный мой демон, всех россиян благословляют. Голосовать, я голосовать за Путина всегда. Наша Россия, наш президент, наша Россия, наша сила, правый день. Вас наша сила, правый день. Победа 4 марта 2019 года Путина Владимировича. Радостно и радостно видеть Путина Владимировича. Владимира Владимировича, победу Владимира Владимировича, победу Владимира Владимировича, победу Владимира Владимировича, победу Владимира 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 Владим
стали. Стало много лучше. Стало много лучше. Путин, Владимир, наша Россия, наш президент. Ваша сила, право и честь. Путин, Владимир, 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 Дмитрий Анатольевич, партия Единая Россия, народный фронт. Всех россиян объединили и вдохновили. На новое свершение вдохновили. Победы 4 марта 2013 года. Владимиру, мы победу, за победу Путина всегда! Слава! Ура! Путина, Владимира, ура! Владимировича! Ура! Победа Путина, Владимира Владимировича! Надежда, веры, самой высшей веры! Любви, веры, надежды, веры! Господь, надежда, Господь Иисус Мать, Христос и Божья Мать, Святая Благодать! Всем истину открыли! Всем истину открыли! Со всеми россиянами! И со всеми россиянами! Партия Единая Россия! Поздравляем с триумфальной победой! Путина, Владимира Владимировича! 4 марта 2012 года и на следующий срок призывали все россияне проголосовали дружно, единогласно за Путина, регионы поддержали Путина Владимира Владимировича. Путин наш президент, президент любимый, единородный. Господь Иисус Христос, благословение Путину на победу и Путина направление на долгие благие лета дали. Наша Россия, наш президент. Патриарх благословил победу Путина. Владимира Владимировича. Ура! Победа на века. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Голосуй за Путина всегда. Голосуй за Путина сегодня. Голос свой за Путина отдай. Красным лжами Владимир Путин. Поддержка всенародная. Поздравляем вас.
с триумфальной победой 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича. Ура! Победа на века! Ваша сила, может брать на себя ответственность. Он не боится острых углов. Он не боится критических ситуаций. Он берет и разруливает. По мне так нет другого кандидата. Поддержали! За Путина Владимира Владимировича мы идем голосовать! Волеизъявление народное! Ура! Победа! На века! Ура! Господь Иисус Христос и Божий Матерь! К нам прибывают все новые и новые участники митинга, а наши девушки, ведущие, уже работают на площади. Давайте послушаем участников. Алена! Спасибо. Сегодня мы собрались на этом митинге, и нам очень интересно, зачем мы сюда все пришли, что каждый из нас думает о победе Путина. Ура! Пожалуйста, победа! Представьтесь, как вас зовут, как вы здесь оказались, случаем не просто мимо проходили, никто вас не заставлял сюда прийти. Наша Россия, наш президент. Мы специально пришли. Наша Мардашин Рафаэль. Право и честь. Я представляю Башкортостанское региональное отделение «Деловая Россия». Молодцы! И мы свой выбор делали осознанно. Я хочу сказать, и я лично, мои близкие, мои знакомые, все голосовали за Владимира Владимировича. Мы все голосовали, Путина. Всегда голосуем за Путина. Владимира Владимировича. Что на данный момент за Путина, это Владимира самый сильный и самый достойный президент нашей страны. Так точно! Потому что он уже своей работой доказал свою эффективность, показал свою... свое умение в тяжелой, в трудной ситуации Россию смог вывести вперед, смог и сохранить единство страны и создать из России успешное государство, которое уже котируется на мировом уровне. И мне хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить Республику Башкортостан за тот результат, который она дала на выборах за Путина, и, пользуясь случаем, поздравить Владимира Владимировича Путина с победой, пожелать Ура! Ему крепкого здоровья, благополучия, удачи, успехов в работе на благо нашей Родины, на благо России. Спасибо. Владимир Путин, поздравляю вас с победой! Поздравляю вас с победой! Ура! Победа! Ура! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем с победой Путина Владимира Владимировича! Это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Голосуй за Путина всегда. Единая Россия, вся страна. Все на триумфальную победу Путина Владимира Владимировича. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Ура, победа! Наша Россия, наш президент. Мы продолжаем общение с участниками нашего митинга. Александра. Да, мы включились. Мы уже в прямом эфире. Для начала вообще хотелось бы поприветствовать все регионы, которые присутствуют на этой площади, все федеральные округа, центральный, дальневосточный и так далее. Мы все обязательно сегодня перечислим. А я хочу уже передать слово одному из участников, кто меня стоит. Я думаю, что это будете вы. Представьтесь, пожалуйста. Ольга Платошина, Российский союз сельской молодежи. Ольга, скажите, пожалуйста, вы принимали участие в голосовании сами? Да, конечно, у себя в Рязанской области. То есть вы голосовали в Рязане? Отлично. А ваши друзья, близкие, родственники, расскажите, пожалуйста, как у вас происходило голосование в Рязане?
Слушайте, ну и все и друзья, и близкие, и родственники. У нас такая активность была на наших участковых избирательных участках. Все такие радостные приходили. У нас большая лотерея проходила. Очень интересно. И вот самое главное, что каждый чувствовал долг внутренний от того, что именно от него зависит будущее страны.